Девчонки, всем привет! Сегодня сняли короткометражное видео о наращивании ресничек 2D. У модельки средняя густота ресничек. Реснички очень-очень светлые, но прокрашивать перед наращиванием реснички нельзя. Это по старой технологии так считается, что их нужно прокрашивать. На самом деле нельзя этого делать, потому что вместе с отхождением состава краски от ресниц будет отходить точно так же искусственная ресница вместе с клеем. То есть будет сниматься она вместе с краской, поэтому длительность носки ее будет намного короче. Толщина ресничек здесь использована 0,1, длина 9, 10, 11, 9 девяточек, здесь буквально там 2-3 вилочки в начале, а все остальное, можно сказать, вот длина 10-11. Вот такой результат у нас получился. Ну, надеюсь, такой кусочек небольшой информации, он вам пригодится, о том, что перед покраской реснички красить не нужно. При хорошем освещении их и так видно хорошо. Всем пока!